Рыба-кит, папа рисует. Там, 37, к примеру, хорошая цифра. 37, да? Привет, ребят! Мы на канале Рыба-кит, и нам показывают языки. Мне кажется, лучше всего какую-то такую цифру, которая, ну, как бы простая, не суперсложная. Ну, например, 45, к примеру, хорошая цифра. Да! Давай 45. Давай. Тебе фломастер. И мне фломастер. Хопа. Потом мы спросим Киме. Да. А как эти фломастеры называются? Фломастеры называются фломастеры. Маркеры. Рисуем 45. Сначала рисуем 4. Смотри, как я рисую 4. Вот так вот. Беру линию здесь, провожу. Вот так, смотри. А теперь здесь провожу сюда. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. А теперь смотри, сюда наискосок. Смотри. Так и так. Я вот так рисую. А ты вот сюда веди и вниз. Так, вниз. О, получается 4. Вот у меня 4, вот такая, смотри. 4. А теперь 5 надо... ты еще внутри нарисуешь. Давай. А теперь я нарисую пятерку. Ты умеешь пятерку писать? Я вот так пишу пятерку. 1, 2, 3, 4, 5. Ну... Давай вот отсюда начнем, вот так. У тебя получится вот так. Так. И так, 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 так. И рисуем цифру 45. 45. Победа. Давай закрываем фломастер. Тебе нужно, мне кажется, вот тут еще вот так подрисовать. И теперь вот это можно раскрасить. Какими ты хочешь мелками раскрашивать свои цифры? Какими тебе нравятся? Мне хочется... Я хочу фиолетовый. А ты видишь? А синий есть? Вот такой фиолетовый есть. Синий, вот такой фиолетовый. Я хочу, например, оранжевым и зеленым. Можно мне оранжевым и зеленым? Пятерка у меня будет оранжевая. Вот так я быстро раскрашиваю оранжевым. Мы с Павликом изучаем цифры. И Павлик уже умеет считать до скольки. Фиолетовый. До 100 умеешь считать? Да, умею. Ну, а до 200 умеешь считать? Нет. Нет? Ну, до 200 долго считать. Устаешь, когда считаешь до 200, да? Да. Я не умею, потому что я не научился еще. И силы может кончиться. Силы кончатся? Ну, так уж не переживай за свои силы. У тебя сил много, ты сильный мальчик. А я четверку раскрашиваю уже. Ты тоже четверку? Да. Раскрашивай. А как ты знаешь, четные и нечетные? Цифры. Например, 4 это четное или нечетное? Четное. А 5? Нечетное. Нечетное. Павлик знает четные и нечетные цифры. Ему заниматься нечем, кроме как цифры изучать. Вот он их изучает. Уже все изучил цифры. Ему нравится это дело, считать. Нажать. Цифры видеть. Бесконечные. Ох, бесконечные. Есть чем заниматься. Всю жизнь можно учить цифры. Так. Передайте привет, Павлик. Милашка. Ты милашка, Павлик. Павлик, ты милашка. Павлик, милашка. Знали бы вы его у нас в доме, как он живет. Он такой милашка. Все плачут от него. Да? Ага. А почему плачет? Потому что я плачу сам. Потому что плачет Павлик постоянно сам. Это ты вот так плашмя раскрашиваешь, а вот так не хочешь раскрасить вот так? Нет. Она синяя будет, такая яркая. Нет, папа. Тебе плашмя нравится? Ну, давай так. Отличные цифры получились, Павлик. Мы очень быстро нарисовали их, и теперь можем еще одни цифры нарисовать. Или нарисовать котика, или нет. Цыпленка. Давай цыпленка. Нет. Для ребят. Ладно, ребят, мы нарисовали. Нет. Сейчас перерыв поехали, небольшой. Подожди, куда поехали?